Привет, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем мы нашу египетскую кампанию во втором Риме с модом по тесту с ультиморатилом на легендарном уровне сложности. Запасайтесь чайком, печеньками, там, тортиками, кто чем. Усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Ну что ж, друзья мои, завершился наш прошлый ход. Жесткая битва была в прошлой серии за Аполлонию. Ну, мы показали свою силу. Что этруски обалдели от такого поворота событий, начали на кораблях гонять по земле, как на автомобилях, да. Спартанский полководец вообще зарылся под землю, там под дерево, оттуда там копьями что-то отмахивался. Короче, было довольно-таки весело. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть последнюю битву, особенно концовку. Там вообще, блин, просто жуть. Так, ну и что ж, давайте продолжать. Значит, до победы нам осталось не так уж и много. Я уже тут вроде бы начал везде наем кораблей, где сколько надо. У меня там их, по-моему, осталось штук 10. Да, 10 штук кораблей нанять, и, в принципе, победа должна быть у нас в кармане. У нас, кстати, забрали агрегент, забыл я совсем про это дело. Надо бы наемников хоть что ли набрать, я не знаю, каких-нибудь. Забрать это дело попытаться, я не знаю, смогу или не смогу. А так, все, наемников-то больше нету, да? 16 отрядов, у него там что? 9 и флот, да? Ладно, пускай пока стоит, там посмотрим. Вообще, можно, в принципе, с ними замириться, они мне... По факту больше не нужны, так же, как и этот агрегент в целом. Мне поселения это хватает вроде бы. Или не хватает? Ну-ка, давайте посмотрим. По-моему, хватает. Да, у меня уже 99 поселений. Куда мне их солить, что ли? Если захотят атаковать, я, в принципе, не против. Милости просим. Так, дальше. Можем мы Геную, в принципе, освободить. У меня тут флот как раз стоит. Без дела, так сказать. Что у них там, 12 отрядов? Так, а ну-ка атакуй. Флот и флот. Так, ну погоди, не торопись. Мы сейчас как с вами поступим? Мы возьмем вот этот стейк. Продвинемся. Вот сюда вот. Подожди, не сюда, вот сюда. Тут стой. Что по наемникам? Есть. Есть наемники, берем. Заползаем. Теперь здесь что есть? Кавалерия легкая. Целая гора. Так, пехоты бы поинтереснее какой-нибудь. Так, ты кто? Наемные кельтолигурийцы, давай. Пару штук возьмем. Стрелков у меня как? У меня со стрелками беда, да? Раз, два. И конница легкая. Так, кельтолигурийцы, это, конечно, хорошо, но я, наверное, все-таки возьму этих вот пацанов. Во, пойдет. В осаду. А, даже так можно, да, в принципе. Наемников-то не жалко, их можно и автобоем гасить. Так, разграбим первым делом. А вторым, значит, освободим. Вот так вот. Замечательно. Генуя появилась. Ой, Генуя, говорю, Лигурия у нас появилась. Кстати, как у нас там с ними по отношениям? Нейтральный пока что. Торговая хочешь? Хочет. Даже высокая. Давай. За пятихатку, например. Уже умеренный, да? Ну ладно, я много брать не буду. 300. Сойдет. Так, с винетами торгую. А с винетами тоже не торгую. Торговая. Давай так, ладно, уговорил. Римляне. Торговая. Тоже хочет. Давай, ладно, бесплатно. Будем торговать бесплатно. Так, ну вот у нас хоть кое-какие союзники появились. Более-менее нормальные, да? Так, ладно, с этим понятно. Теперь о чем? Я так думаю, можно отхватить и освободить до полного счастья Афины. Как вариант, да? Здесь у меня, правда, побитая армия. Здесь... Тоже не ахти, кстати, еще Кнос. Что-то подошел к моим нашей пелле. Давайте-ка мы здесь на всякий случай усилимся. Чем-нибудь. Хоть чем-нибудь. Ой, а усилиться-то, в принципе, есть чем, да? Собаки есть. Давай вот этих возьмем, пацанов. 3 штуки. Песиков пару штук. Рантосов. Деньги есть, что их жалеть, как говорится. Всех помаленьку наберем. Во. Все, давай, атакуй, если хочешь.
Плюс он в гарнизон. А, гарнизон целых 4 отряда. Значит, не зря я тут движуху это устроил. Так, фараон, значит, давай на Афины. Так, в осаду. Еще подтянем. Дополнительно. Давай-ка баллисты отдадим. Сюда. А у тебя конницу возьмем. Вот так вот. Так, ну и пойдем. Штурманем Афины. Посмотрим, что там спартанцы такого интересного сделали. Поломаем им там стенки. И, наверное, разграбим и потом освободим. Поехали. Итак, ребятки, сухая погода. Все замечательно, пацанов. Сейчас лестница пока сюда, пацанов назад. Сейчас я им тут подрастреляю все. И потом, наверное, общий штурм. Как же их дофига, однако. Давай, ты сюда. Ты вон туда. Ты вон туда. Расстреливаем. Так, ну и подкреп заодно подходит сразу. Мы тут сейчас сформируемся с вами. Наверное, сильно побитые отряды я сразу же отправлю отдыхать. Все, пускай отходят. Вы там стреляете или как? Что-то еле как, я бы сказал. Так, а ну-ка. А, ну там уже он почти-почти. Еще чуть-чуть, еще немного. И ребята, в принципе, поломают все, что нужно. Отлично. Проходы в стене сделаны. Так, ты ломай башню. А ты что тут делаешь, Лё? Ты ломай башню. Так, ты сломай вот это дело. Так, башня 45. У спартанцев тут какое-то скопление непонятное. Так, башню, похоже, не сломаешь, да? Нет, сломал, успел. Так, бросай, отходи. Здесь как дела? 56. Или не надо будет? 81. 87. Еще разок. Нет, не хватило. Значит, ты доламывай. Ты бросай, отходи. Пойдет. Сколько осталось? 30. Давай. Лучники. Большим-большим отрядом вперед. Может и не хватить снарядов. Еще ближе. И пошла. Пошла просто. Куча стрел. 72. Не хватит патронов ему, скорее всего. Перейки Ториофоры, собственно, стоят. Впитывают в себя урон. Причем по-жесткому довольно. Я подъезжаю, у меня что-то там, блин, подлагивает немного игра. Все, просто огромный залп. Так, мечники. Погоди, это не мечник. Так, это у нас генерал, собственно. Подходим плавно, постепенно. Генерала я, наверное, использовать в битве прям не... Или это нет, А, вот генерал. Да и ты туда же. Генералы, вот они, родные, стоят. Курят. Так, псевдолегионеры. Так, давай-ка я тебя вот сюда смещу, чтоб ты... Не мешался мне там. Ну, перелазь ты. Смотри, не хочет. Давай, так, говорил. Так, лучники, вы там как? Нормально? Так, давай-ка вот сюда немножко. Пускай башня постреляет по ним. В принципе, не сильно страшно. Так, теперь пикинеры. Элитные подходят. Не элитные. В принципе, тоже пускай подходят. Так, ну и псевдолегионеры. У нас резервные отряды будут. Так, пикинеров почти... Они почти ошлепнули. Здесь непонятно, чем занимается отряд спартанцев. Это кто у нас? Илоты. Стрелы они у меня выманивают. Вот чем они занимаются. Все, готово. За стрелы. Все полезли наверх. Тут что они там забыли, непонятно. Отлетает потихонечку спартанский гарнизон. Так, тебя, кстати, забыл. Это самое. Отправить.
О, я придумал, чем я займу вот этих пацанов. А хотя, есть ли смысл, да? Да, в принципе, есть. Давай-ка. И ты давай. Пока у нас тут лучники лютуют. Они так нехило лютуют, причем. Отряд за отрядом просто выкашивают у спартанцев. У них скоро пехоты ближнего боя вообще не останется. Так, отстрелялся, отходи. Так, ты забрал. Давай. Поехали. Отход. Полный отход. Погнали вперед. Так, элитные мои... А вот они. Надо их тоже отрядом, наверное, выделить. Так, не так. Я их немножко выделил. Где эта хрень-то? Вот без замка. Во, нормально. Пойдем вперед. Так, второй отряд взял. Так, ты у меня уже пошел. Ты сюда пошел тогда. Не знаю, успеют, нет. Так, давайте быстрее. Или еле душа в теле. Не сильно устали-то, не? Не, нормально, свежие. Отходи. Ну, погнали вперед. Мечи пошли вперед. И легионеры Клеопатры, эту и пельтасты, кого у нас тут только нету. И галлы. А галатские, точнее, мечники. Где они, кстати? Вон они. Самые суровые пацаны. Атакуй вот этих. Ух, сейчас мне не достанется. Атакуйте сюда. А ты сюда сразу пошел. Все, понеслась. Пикинеры подходят. Так, тем временем. Они уже, блин, все с это спустились с лестницы, пока мы и доехали, да? Ну, вариант, можно захватить вот эти вот ворота и оттуда залететь кавалерией. Поехали ко в ту сторону. Все, наши залетели. Местные пацаны отлетают потихонечку, помаленечку. Подходим. А то еще за стрелов гонять. Правда, мне тут тоже достается нехило. А мои-то все стреляющие уже то... Тумок все отстрелялись. Остается только... брать город. Точнее, брать ворота, заходить, обходить с какой-нибудь из сторон. Давай, 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 дави. Так, справились, нет? Давай-ка нарезалку. Понабрали застрелов. Ну, точнее, не понабрали, а то, что осталось. А похоже, мне не придется тут кавалерия залетать, да? Дополнительно подтянемся. Пики заходят. Так, надо вот здесь прорваться. Кровь из носу прям. Так, убери пока свои палки-ковырялки. Ты сюда давай. Давай, 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 пошли. А, я, похоже, отряд прошел, да? Красавчик. Построились, пошли. Пошли. Ну, по факту почти прорвались. Все, поехали. Нарезать стрелков. Насколько это возможно. Здесь пики на помощь.
то же самое. И кавалерия. Давай. Туда же в кучу. Натыкивай. Бегом, не тупим. Гони их. Сейчас своя же пехота будет мешать. А перекрывает. Так, а здесь мне пройти так и не дают. Ты смотри, какие хитрецы. Пехота на помощь. Не стоим, не курим. Не сочкуем. Так, там поймал, нет? Нет, продолжает преследование пока еще. Ну, пускай гоняет, ладно, бог с ним. Так, Тариофур ополченцы. Ты смотри, как стоят. Тут уже легионер хрена узнает, сколько с ними бьется. А им по боку. Надо лучников отвести. Пускай пики этим делом займутся. Они у нас тут элитные, как-никак. На помощь. Протащимся, нет? Да, вроде бы проходим. Тяжелая ударная кавалерия должна стрелку проходить. Нормально получилось. И латыпельтасты, собственно, стоят тут. Аки боженьки. Так, ты давай тоже подходи. Так, вот. Там пикинеры что-то делать начали вроде бы. Так, ты там закончил, да? А ты уже там... О, ну ты вообще молодец. Он уже площадь занимает. Догоняй. Тяжелая кавалерия отошла. В сторону. Так, я думаю, вот этих стоит шлепнуть. Что это было? Звуки такие интересные. Переекипельтасты. Подойду-ка я поближе. Так, наши тут вроде дерутся. Тут гоним. Так, вам тут все равно делать некого. Пошли вперед. А, вот здесь прорвались. Замечательно. Так, так, без пользы моя кава там простояла, так, потому что смысла уже идти туда не было. Давай сюда заходи хотя бы. Так, черепаха атакующая. Подходи. Так, ты там построился или как? А вот, строится. Подходим. Так, здесь, значит, кавалерия пошла. У них что-то генерал начал волноваться раньше, чем эти самые пельтасты перееки, которые... Интересно, девки пляшут. Заходим. Отсюда тоже заходим. Такой генерала. Тут уже кавалерия подошла. Почти. Бегом. Здрасте. Все в кучу. Тихо. Ух ты ж, ни хрена себе. Кто ты там? А, это Сарисофора, понятно. Я вас понял. Атака. Сейчас я тебя устрою. Шлепнул мой отряд, ускорил на свою голову.
А, не успели, да, ничего сделать. Ну и все. И битва на этом закончена. Завершаем и встретимся на глобале. Отлично. Афины. Собственно, давайте мы их тоже, наверное, с вами разгребем для начала. А вторым ударом мы их освободим. Чтобы тут было чем спартанцам заниматься. Так, что там афины-то сразу скажут нам по поводу торгов, всех дел? Да, они, в принципе, готовы, нормально. Так, теперь отдай обратно баллисту одну. Вы там у него конницу брал? Давай, ладно. Все, стоим тогда. Отходим на свои территории. Так, а тебе желательно вообще вон к Пеле куда-нибудь отойти. Так, давай бегом. Так, с этой стороны разобрались, с этой разобрались, теперь... Флот. Наемники есть, кстати, не? Шиш. Шиш, говорит тебе, а не наемники. А здесь тоже шиш. Ладно, продвигайся. Кстати, о птичках. А может, спартанцы мира захотели? После такой-то оплеухи. Давайте спросим. Да, захотели. Захотели. И даже денег готовы дать. Не совсем, правда. Они с Родосом воюют. Пойдет. Так, торговли мы их лишили. В принципе, у них раз-два. Там еще в Массилии, правда, города есть. Пираты появились, здрасте. Так, ну здесь я пока, в принципе, ничего больше предпринять не могу, да? Всех, кого мог, я собрал. Надо в эту сторону стек выдвигать, мне так кажется. Вот этот... Отряд двинется у меня на Корсику и Сардинию. Почему? Потому что там что-то у нас разбушевались прям. Я смотрю, эпирцы, да, взяли у меня поселение, плюсом, блин, угрожают по норму. Все-таки надо бы их наказать за это дело. Так, пробегусь-ка я по флотам моим. Так, отойди-ка на свои территории. Давай-ка наберем с тобой бомжей каких-нибудь. Вот, три отряда берем. Здесь. Еще три отряда. Точно на следующий ход будет здесь. Не могу ни наняться, ни сделать еще что-либо, да? А здесь? Во. На троих тоже хватает. Так, здесь идет, здесь полный, здесь полный. Так, надо еще один собрать. До полного счастья. И тоже хотя бы трех бомжей каких-нибудь нанять. Ну вот так вот. Так, все, все флоты набираются, какие могут. Войск хватает. Пацанов качаем в обязательном порядке. Давай. Корпус ОМОНа. Бедный. Бедный корпус ОМОНа. Так, тихо. Фараоныч. Давай-ка пополнение тогда. Так, ну и остальные вроде вкачаны. Все вроде как замечательно. Сдаем ход. Так, продвигаются тут мои агенты. Забыл, кстати, про вот эти два стека, которые шли у нас там на кельтибиров. Можно там еще кого-нибудь освободить, попробовать. Так, карфагеняне. Вы куда? Так, ну они по своим делам, похоже, поплыли. Афины, они разорвали с вами договор про... О, начинает сразу, смотри. Какой нехороший товарищ. Так, Эпир, здрасте. Что скажешь? А, бросил по норме, пошел по своим делам, да? Спарта возвращается. А, кстати, римляне начинают давить на Спарту. Прикольно. Началась у них движуха нездоровая. Также Степная Орда подходит. А кельтиберы, не, а кельтиберы бегут. Бегут все в разные стороны.
Сиракузы пиратов нахлобучили, тоже нормально. Это русские. А, они все еще живые же, блин. Еще и грабят меня, стоят в наглую. Так, ну и атаки ни с какой из сторон мы, похоже, не получим на этом ходу. Да, тишина. Наш тайный агент раскрыт. Че это вдруг? Гора нас игнорирует, свидание завершено, пираты, вся фигня. Так, объясните мне, пожалуйста. Я... А, два корабля мне не хватило. Понятно. Я-то думаю, в чем прикол? Оказывается, двух кораблей мне не хватило до полного счастья, чтобы полностью все это дело вернуть себе, да? Так, иди сюда. Верните мне по норм, будь то победа. Ты понимаешь, забрали мое поселение и в наглую живут там. Римляне. Забрали Брундизий, Кассентию. Нормально они их так нахлобучили. Так, здесь. Значит, бьем еще один отряд. Пира. Так, а вот это что может, товарищ, интересного? Какую сторону ты... А, это флот. Это флот. Значит, тогда наш флот, соответственно... Уходит в Алалию. Наемников нет. Берем своих. Бомжей еще три штуки. На всякий пожарный. Так, по изучениям. Давай сюда выйдем. Возможно, пригодится. Так, и что по факту-то? А ты пира осталась. Только вот этот флот и все, да? И дружбы-то у него тут не особо. Так, а ты-то что, я понять не могу, залупаешься? Так, военный союз он оставил, торговлю оставил. Договор про похват. Чё он со мной разговаривает, я не пойму. Он что-то со мной разорвал, а чё, я так и не понял. Или это не он был? Да нет, он вроде был. Так, ладно, бог с ним. Так, союз кельтиберов мира не хочет? Нет, не хочет. Так, а с кем я вообще воюю? Это русские. А ну вон они еще остатки там ползают какие-то. Так, а они воюют с Римом, интересно, или нет? Мне просто узнать. Да, воюют. А если так, то получается, римляне даже помогут нам, да? Так, наемников нет? Нет, наемников нет. Ну-ка, атакуй. А, ну так, в принципе, автобоем мы их нормально шлепнем. Три корабля потерял. Сейчас я еще и проиграл, твою мать. Вот это я автобоем шлепнул, молодец. Все. Трою, туплю. Все как положено. Так, давай-ка ты на ускоренном спрятаешься, ну тебя в баню. Не то нажал, бывает. Так, сколько их там осталось-то? Их да маленько, давай. Вот, сейчас точно римляне помогут. Так, а чего у римлян, интересно, посмотрим? А. Только гарнизон поможет, да? Больше никто. А жаль. Так, надо не тупить. Нет, просто втопить. Замечательно. Так, а ты добегаешь черта? А хотя зачем? У меня же вот стек стоит. Так, ну это было ожидаемо. Что они отступят? Так, как далеко они отступили, вопрос. А вот они где. Флот достает. Достает. Стек. То сейчас достанет. Флот в атаку. Так, ну и труски должны по факту закончиться. Так, все нормально. Везде победа, а то я опять чуть не то нажму. Да, и труски кончились, отлично. Еще одна фракция уничтожена. Замечательно. Наем могу здесь провести? Да, могу. Давай трех бомжей возьмем. Замену потерянным. Да, остальные тут еще нанимаются у меня везде. Да, нормально.
Так, я думаю, можно сдавать ход. В принципе, по вот этой теме можно уже не париться. Давайте посмотрим, одержим мы наконец-то победу в компании или нет. По факту, большую часть противников мы разогнали. Римляне начинают восстанавливать свое могущество. Гонят Спарту. Выгнали их с юга Италии. Освободил себе союзника. Так, Эпир. Так, ну, куда-то он поплыл, непонятно куда. Спартанцы. Спартанцы пошли воевать с римлянами. Что говорит? Пора. Так, здесь. Ох! Нормально они там повоевали. Так, Кельтибера. Ну что, вы скажете? Не, ничего не скажут, как всегда. Вроде бы воюем, а вроде бы и не воюем. Сиракузы по своим делам. Кстати, за много-много ходов они первый раз зашевелились. Здрасте, ну вот вас мне только не хватало. Как я вас провтыкал-то? А, ну ладно, не буду я с ними драться. Я сейчас флот разверну и шлепну их просто. У меня там где-то флот как раз рядом стоит. Если вообще это дело понадобится. Бревки, что такое-то маневр такой жесткий совершают. Все, друзья мои, кампания выиграна. 232 год до нашей эры. Победу мы с вами одержали. Статистика вон она, огромная, здоровая. Ладно, я уж тут особо ее перебирать не буду. В общем, такие вот дела. Кампанию за Египет я считаю законченной на этом. Дальше меняем версию, там вроде бы вышли обновления, там версия 5.0 что ли, или уж какая там, какие-то там тоже свои приколы. Значит, посмотрим, поиграем, пощупаем, все как обычно. Ну и следующая фракция, скорее всего, будет, наверное, варварская, но я хотя еще точно не решил. Значит, я тут еще посижу, подумаю, за кого же начать, за кого же пройти, ну и там уже, как говорится, увидите. В общем, всем спасибо, кто поддерживал всю эту кампанию на все ее протяжении. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Ну а с вами был Консул. Всем вам огромное спасибо за то, что смотрите меня. Ну, играйте в хорошие игры, смотрите хорошие кампании. Всем удачи и всем пока-пока.